Всем привет, с вами Маша, и это мой первый летсплей, и я буду снимать Sims 3, Пражские острова. И мы начинаем создавать семью. Вот, город, в котором я буду жить. Thank you.
Я возвратилась в игру. Да, я очень долго делала своего персонажа, но, понимаете, у меня вкус, под которому нельзя угодить. Ну вот. Ее зовут Клариса, а фамилия Джеральд. Вот, сейчас я выберу себе дом. И, ну вот. Мы сейчас начнем выбирать дом. Кто? Кто эта красивая девушка? Это Клариса. Это Клариса. А как ее? Она мне дочь. Это моя дочь Клариса, самая лучшая девочка на свете. И чем она занимается? Она должна... Ты должна была сказать то, что она... Кто она? Это моя дочь Клариса, самая лучшая девочка на свете. Скоро вы узнаете о ее талантах, о том, как она может хорошо благоустроить наш прекрасный остров, наш прекрасный дом, как она принимает гостей, как она ухаживает за животными и вообще, как она любит этот прекрасный мир. Теперь Маша. Ну и теперь... Ее зовут Клариса, и это мой не первый персонаж. Я создавала много персонажей, но вот я захотела сделать одного персонажа. У нее она у нас любит рэп, суши и лаймовый цвет. Верит в чудеса, добрая, кулинар, карьеристка и дружелюбная. И, ну, как вы думаете, мне пора с вами прощаться? И... Я вам говорю, что чтобы вы никогда не болели, чтобы вы никогда всегда дружили, и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и зовите друзей.